Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Нарли Плей, центральный округ. У них здесь Кирилл Путбулов, не забывайте вводить в них регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серичка. Давно прям не было серичек, именно летсплеев. Была установка зимнего мода, зимней физики и так далее, но давно не было летсплеев. Я думаю, вы сами это помните и знаете, что реально давно не было, ну, наверное, больше недели, может быть, даже две недели не было именно летсплеев. Именно серичек по серваку. И сегодня я решил заснять такую серичку. Извиняюсь, что давно вообще не было серии, потому что у меня была такая, знаете, небольшая депрессия, может быть. Я отдохнул, набрался сил, я был в Киеве еще 2 дня на выходных, поэтому как-то так. И теперь готов для вас снимать. Пацаны, обязательно поддержите меня лайком. Давайте на этой серии наберем 50 лайков. И пишите свои идеи, что мне поснимать на родине, потому что, серьезно, у меня как-то особой идеи вообще нету. Поэтому вся надежда, грубо говоря, на вас. Поэтому пишите свои идеи в комментариях. Если мне что-то понравится, я обязательно запишу об этом видео. Итак, пацаны, давайте я вообще посмотрю, что, как вообще, потому что я за дом не платил, ни за что не платил. Как бы, сейчас, чтобы дом не слетел и так далее. Поэтому сейчас берем тачку, давайте возьмем, не знаю, Audi, если там бензин есть. И поедем в банк, все, платим. У меня бабок вообще здесь нема. Вообще просто нету, надо будет еще на Дерби съездить, я думаю. Потому что я хочу там одну тачку уже купить. И мне там оставалось, я помню, довольно-таки мало очков. Поэтому сегодня мы всем этим и займемся, пацаны. А, еще зимняя физика, я просто смотрю, видите, как Audi дрифтует просто. Полиц дрифт просто, отдыхает. Ладно, давайте я уже доеду до банка, потому что я очень сейчас переживаю за дом. Потому что я, блин, вообще его не оплачивал. Надо было дома посмотреть хотя бы, какой там налога. У меня вообще 36 тысяч всего лишь, и все. Денег у меня больше нету. У меня, по-моему, рулетки были, если не ошибаюсь. Так, ежедневная рулетка. У меня 5 рулеток, и надо будет их продать там хотя бы по 40 тысяч, чтобы хоть какие-то деньги были, потому что пипец, пацаны. Бабок вообще нема. Не знаю, походу никто не мой ник не регается, к сожалению. Как бы мне хоть денежка капнула бы. Как бы дом рыбака есть, но с него мало денег зарабатываешь. И постоянно следить рыбу, немного заколебываешься постоянно. Реально немного заебываешься даже эту рыбу садить. Потому что, ну блин, раньше хоть, знаете, за то, что ты продаешь, 300 тысяч получал. Сейчас там максимум 100 тысяч, может быть, когда-то ты получишь. Так, вот я приехал уже в банк, залетаем, в принципе. Сейчас посмотрим, что там по налогам. Блин, я надеюсь, что там еще осталось немножко, хотя бы, чтобы дом не слетел. Так, вот я зашел, оплатить налоги за дом. 36 тысяч. Ах, с того, что у меня халявчик куплен. Куплен, точнее, и мне нужно меньше платить. Ну, 36 тысяч, пацаны, тоже близко, знаете. Я, по-моему, лимит. У вас нет налога на личный транспорт. Это хорошо. Так, что-то здесь вообще людей маловато. Давайте, я думаю, займем прилавок какой-то. Допустим, это. Так, и нам нужно добавить товары. Получается, рулетки бронзовые. Бронзовые рулетки. Давайте за 40 тысяч. Короче, я понял, что дела не будет, потому что, ну, людей мало сейчас, и никто их покупать не будет, поэтому не будем тратить время зря, так сказать, и поедем на дерби поучаствовать. Мне там буквально немножко осталось очков, чтобы открыть новую тачку. Я уже хочу, блин, себе этот, как его, эвакуатор уже, чтобы просто всех тащить и так далее. У меня до сих пор копейка, пацаны, чтобы вы понимали, потому что я вот пробовал выигрывать, но ни хрена не получалось, потому что много народу. Надо либо утром рано участвовать в дерби, либо, получается, ночью. Ну, блин, я ночью не играю, а утром я сплю. Ну и ночью тоже сплю, поэтому давайте парканемся. О, блядь, хотел бочком красиво зайти, не получилось. Ладно, тогда лучше машину, пишем кей и идем, в принципе, на дерби. Надеюсь, там немного людей, хотя, скорее всего, нормально там людей. А, не, 4 человека всего лишь. Так, ну посмотрим, что у них за машины там. Наверное, блядь, какие-то на монстрах, знаете, ездят уже, блядь, пацанчики там. 4 человека, я, получается, 5, да? Угу, на эвакуаторе один ездит. Ну, такое, такое. Ладно, давайте поездим, попробуем. Попробуем заработать очков. Мне нужно еще 200 очков. И, в принципе, все будет довольно-таки хорошо. И я куплю новую тачку. Так, пацаны, вижу флаг. Вижу флаг. Давай быстрее, пожалуйста. Так, никого нету сзади. Отлично. Бля, его нужно вниз теперь отвезти. Ёпту налево. Ну, такое, конечно. Давайте попробуем спуститься, я думаю. Ну и куда ты едешь, Алёша? Да уж. Я просто таких людей не понимаю. Блядь, у тебя машина нормальная. Чё ты выёбываешься? Просто я не понимаю таких людей. Во, все доставил просто, пацаны. Изи очки. Просто изи. Теперь можно купить новую тачку. Давайте я думаю, этим мы сейчас и займемся как раз. Так, отлично. Потом выбираем войти. И выбираем новую машину. Это какой-то хастлер. А, это ШХ, блин. Я думал, что-то покруче будет. Давайте на ней попробуем. В
принципе. Не знаю, она будет лучше или не лучше. Давайте на ней попробуем. Я не знаю, какая между ними разница. Мне кажется, Капидос будет попизже. Ну ладно, давайте попробуем на ней. Так, я снова вижу флаг, пацаны. Но там механик, блин. Запорожец, ты чё, блядь? Надо его скинуть. ТП. Дядя, все, ты приехал. Надо его Блин, это шаха вообще не едет. Так, надо его хотя бы сломать, либо еще что-то сделать. Чё не ломается даже? Ну потому что разгон, наверное, нихуя нема. Он даже не ломается, прикиньте. Не, нихера он не ломается вообще. Шустрый, сучка маленький. А-на-на, блядь, не получилось. Что-то он вообще не ломается. Либо он в кау ходит, либо хуй знает. Так, а где флаг? Флаг, блядь, это дядька боялась передо мной, мне это плохо. Так, давайте пробуем тоже сюда и проскочить. А, хуй там был. Капиндос как-то побыстрее, пацаны, едет вообще, я вам скажу. Поэтому, не знаю, наверное, лучше Капиндос брать, чем это корыто. По шаха поновее, но все равно Капиндос как-то лучше едет. Намного. Опа, пацаны, флажочек вообще не ожидал, блядь. Так, взялся. Во, просто туда доставить, пацаны. Просто изи очки, реально, просто изи. У нас сейчас меня никто толкнул, не столкнул, и все будет замечательно. Есть, доставил, все. Изи, ебать. Ну, что ты хочешь от меня? Я флаг доставил, а ты нюхай жопу. Так, пацаны, я взял флаг, но мне зажали. Так, куда ехать? Вон, рядом. Давай. Вот это было жестко. Меня просто там наверху так зажали жестко. Это пиздец. Так, давай. Доставляй. Есть, просто, пацаны. Сегодня реально тащу просто. Просто тащу. Я еще сверху летел, короче. Меня вот там посередине зажали. Вот здесь. Зажал эскалейт, и два механика меня здесь зажали. Я упал в итоге. Вот, перевернулся на колеса и доставил флаг. Это было реально круто, но я не успел это заснять, потому что я, блядь, в панике был. Я не знал, что делать. И реально повезло, что то, что я сначала упал на крышу, и потом перевернулся, получается. Это довольно-таки хорошо. Опачки, обратно флаг, нормально. И куда его вести? А, вот, наверху аж. Ну ладно, пробуем сейчас наверх его доставить. Не знаю, получится это у меня или нет, потому что лифтов вообще нету. Просто лифтов нету. Блин, видите, как мне везет просто с этими флагами? Бля, она вообще не разгоняется. Бля, что делать, я не знаю. Нету нигде лифта. Это довольно-таки плохо. Ну давайте, не знаю, может попробуем с разгона проехать, потому что реально лифта нету. Так, давайте попробуем объехать как-то. Ну реально, блин, без лифта, конечно, я туда не поднимусь никак, наверное. Скорее всего. Да, пацаны, без лифта вообще был не варик, поэтому я хотел перепрыгнуть, в итоге упал в воду. Короче, подписчик вот написал мне куя, подписчик. Доус Кенжалиев, привет тебе большой просто, если ты это смотришь. Ну, скорее всего, ты это смотришь, поэтому привет тебе. Ну, я думаю, пацаны, хватит, у меня уже 900 очков, в принципе, будем, наверное, заканчивать. Потому что я что-то устал уже, и так достал 3 флага, я думаю, на сегодня, пацаны, хватит. Попробуем уже в следующей серии, может быть, новую тачку купить. И она у нас стоит, получается, 1500 очков. Ну, еще надо, короче, грубо говоря, 500 очков, и будет еще одна новая тачка. Но мне что-то Капиндос больше нравится, чем шаха. Ну ладно. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, играйте вместе со мной на родине, на центральном округе. Вводите мой ник при регистрации. Всем пока-пока.